Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Андрикс, и сегодня мы продолжаем играть голодные игры на сервере gamai.ru, а конкретно голодные игры 4. Господи, как здесь много игроков, у меня аж подлагивает немножко. Так, ладно, сегодня я довольно сильно уставший, целую ночь записывал Fallout, да еще и у меня через час стрим по Дейзату. Но вы просили, чтобы я снял голодные игры, потому что их давно не было, вы мне писали, так что, в общем, все для вас. Сегодня мы в них будем играть. Попробуем что-то сотворить, игроков там вроде бы немного осталось. И давайте пойдем себе что-то купим. Денег у меня немного, так что покупаем железный меч, обязательно. И давайте купим зельки, потому что они, как я уже говорил, решают. Так, зелье силы есть, и давайте возьмем зелье стремительности. Хорошо, есть у нас два этих зелья. Замечательно, давайте сейчас по-быстренькому. Так, по-быстренькому давайте посмотрим, сколько там осталось игроков. Господи, не видно, сколько вас здесь много. Да, очень много игроков. Даже не могу посмотреть, сколько их там осталось. Ладно, давайте пробуем зарегистрироваться. Есть, зарегистрировались мы в игре. Три их осталось. Да, хорошо, я увидел. Замечательно. Ладно, тогда давайте, как только начнется игра, сразу же я к вам вернусь. Увидимся через секунду. Я тут, кстати, подумал, давайте сегодня возьмем еще взрывное зелье отравления. Так, давайте его купим. Есть. Оно отравливает, да, на минуту 30, хорошо, потому что меня довольно часто с него сливали, и если мы увидим железника, алмазника, то обязательно его используем, потому что это очень-очень сильно помогает. Ладно, увидимся через секунду, как только начнется игра. Так, игра сейчас у нас начнется через 40 секунд, уже наконец-то скоро старт. Так, игроков в принципе много, но сегодня мы попробуем что-то сделать. Попробую эти голодные игры хоть как-нибудь затащить. Хотя не знаю, что у нас получится, потому что, блин, я очень уставший. Я уже это говорил, я сегодня целую ночь снимал Fallout, у меня скоро стрим. Да, в общем, ладно, посмотрим, есть у нас меч, есть у нас зелье с собой. Все очень хорошо, будем дальше рассчитывать на наш опыт. Итак, нужно сейчас пробиться быстренько на спаун и попробовать схватить броню. Итак, 3, 2, 1, побежали. Так, быстренько на спаун, ломаем листву. Так, господи, не мешайте мне, вашу мать, подвиньтесь, хорошо? Черт, так много игроков, очень сложно что-то сломать. Скорее всего, я вряд ли сейчас что-то нормальное уже ухвачу, потому что я уже слышу, что сундуки облутали. Да блин, дайте мне хотя бы один. Вот, сундук. Да, есть что-то, давайте берем все, чтобы никому не досталось. Забираем мечи. Так, тут у нас что? Господи, да я еще что-то ухватил. У меня даже будет кожаная броня. Хорошо, еда есть, броня есть, вот сундук пустой, понятно. Так, давайте отбежим немножко. Так, берем, одеваем броню. Кепка есть, это самое главное. Кепка у нас будет решать сегодня. Так, сейчас выпьем зелье, как только у нас должна будет начаться игра. Я уже вижу игроков, своих жертв. Давайте немножко подальше упорим отсюда, потому что я не хочу, чтобы меня сразу же слили. Так, свининку поставим себе на быстрый слот. Так, зелька силы есть, зелька стремительности есть. Где-то через пару секунд должна начаться уже игра. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Может быть, не выйдет ничего, но ладно, посмотрим. Так, давайте, давайте где-то здесь спрячемся. О, а, кто-то вышел из игры просто. Понятно, я уже подумал, что игра началась. Так, господи, куча мобов. Мобы — это плохо. Мобы могут, в принципе, слить довольно быстро. Еще я в плохой броне. Господи, крипер, нет. Нет, не надо бомбить. Все хорошо. Так, отрегеним пока что здоровье. Тем временем у нас время каннибализма. Пожирайте друг друга. Да, давайте мне мою жратву, я буду ее пожирать. Так, мобы меня не интересуют. Так, мне нужны игроки. Только игроки. Я даже вижу уже свою жертву. И вот там мобы зажимают. Игра, пожалуйста, не лагай. Получай. Есть, слили. Так, блин, мобы, что я вам сделал плохого? Почему вы на меня всегда агритесь? Умри, скелет. Так, господи, это железник. Давайте возьмем наше зелье и попробуем его использовать. Есть. И... Давай, иди сюда. Иди сюда, дорогой. Господи, их тут два. Так, нужно слить железника. Есть, железник слит. Так, второй. Господи, у меня 4 сердечка. Убегаем подальше. Пускай отрегеймся. Кстати, он, да, он отстал. Он за нами не бежит. Так, одеваем железную броню. Нужно одеть еще эту. Железные поножи, штаны. Хорошо. Ну вот, в принципе, из грязи в князи, как говорится. Ничего у нас хорошего не было, а теперь у нас хотя бы половинка железной брони. Господи, ты что там делаешь на дереве? Давайте попробуем его оттуда достать. Так, блин, я здесь нигде не смогу вылезти на это дерево.
Так, ладно, возможно, он спустится сюда где-то, на спаун. Так, я там вижу двоих игроков. Идите сюда, мои дорогие. Так, попробуем их быстренько догнать. Блин, опять гонять по этой карте. Господи, ты с киркой. Ты хочешь меня убить киркой? Иди сюда, чувак. Да блин, не достал. Черт побери. Стой. Сзади кто-то еще. Ой, чувак, это твоя ошибка. Не надо было этого делать. Господи, да куда ты теперь убегаешь? Начал драться, так дерись. Ладно, давайте пока что. Пускай жизни регенятся, а мы здесь немножко повертимся. Так, вижу, там кто-то есть. Пойдем туда. Так. Иди сюда, мой дорогой. Получай. Давай еще. Есть. Или замечательно. В принципе, дела у нас идут очень хорошо. Я очень доволен тем, что сейчас происходит. Так, я вижу на радаре еще двоих игроков там. Так, ты иди сюда. Хорошо, готов. И еще кто-то там один есть. Так, где он? Так, ладно, фиг с ним. Хотя нет, вон он. Сейчас его достанем. Так, что ты там, решил зарыться? А ну вылезай оттуда, я тебя достану. Нет, от меня так просто не скроешься. Хорошо, готов. Так, давайте теперь попробуем как-то отсюда вылезти. Песок душ у меня есть. Так, поставим его, есть. И давайте здесь скопаем чуть-чуть. Хорошо. Так, вылезаем отсюда и будем искать игроков дальше. Я, кстати, вижу на радаре, мне здесь бегает, господи. Он на меня свалился с небес. Так, о, зельки нужны. Так, быстренько это все выбрасываем. Так, игроки не бегут, кажется, нет. Зелье отравления ставим сюда. Так, там, кажется, больше не было зелий. Давайте убьем этих игроков. Да ты что, офигел? Ты зря это сделал, чувак. Мне нужно было тебе меня бить. Так. Ну, в принципе, давайте за ним немножко погонимся. Хотя, мне нужно восстановить здоровье. Так что, ладно, я тебя отпускаю. Беги себе. Так. Наши жертвы есть еще здесь. Вон, я даже вижу, кто-то летает, чьи-то потроха. Давайте полетим за ними. Так. Кстати, это главный спаун, черт побери. Так, иди сюда. Блин, улетел. Ладно, полет. Летать так летать. Есть. Ну, блин, куда же ты от меня улетаешь? Черт побери, не попал. Эх, весело сегодня у нас все будет. Ладно. Так, давайте немножко полетаем, погонимся за этими игроками. Так, есть и... Блин. Второго удара не могу им нанести. Так, сейчас я тебя догоню. Ты от меня не скроешься. Блин, что-то плохо подбросило. Ладно. Есть. Удар, блин, не попал. Так. Да ё-моё, не могу никак его догнать. Ладно, давайте убьем этого пока что. Да черт побери. Господи, меня отбросило. Кто там по мне стреляет? Не стреляйте по мне. Так, блин, опять он упорол куда-то. Эх, опять разбегаются от меня игроки. Так, кто-то есть на грузовике. Кто ты? Господи, я хочу тебя достать. Так, кто... Это алмазник, черт, убегаем, нет, я не хочу иметь дело с алмазниками. Так, подальше. О, сундук. Сундук облутан, понятно. Этот алмазник идет в погоню, господи, будем бросать зелье. Так, что же ты стал? На, держи. Держи, мой дорогой. Что, яблочки кушаешь золотые? Да, они тебе не помогут. Держи, есть, алмазник слит, хорошо. Фух, так. Броню нужно, броню, убиваем этих игроков. Нефиг на мою броню бросаться. Иди сюда. Так, кто подойдет, порву сразу же. Это моя броня. Так, блин, лук пригодится. Яблочки, сколько всего. Господи, игрок. Игрок, я сейчас тебя достану. Так, ладно, убежал. Хорошо, давайте, блин, поднимем броню. Зельки, много зелек, все хорошо. Игроков вроде нет. Золотые яблочки, стак стрел нафиг. Фух, так, броня. Есть, ботиночки, замечательно. Вот вижу еще шлем. Так, это убираем. Так. Поедим. Замечательно. Что-то у нас вообще здоровья мало. Хоть так регениться будет. Так. Блин. Господи, где же... Есть у нас поножи, есть у нас шлем. Где нагрудник? Не вижу нагрудника. Ладно, его, наверное, кто-то у нас украл. Потому что этот игрок точно был с нагрудником. Ладно, побежали дальше. Мы уже почти алмазник. Все очень-очень хорошо. Так. Так, вот игрок. Чувак, у тебя мой нагрудник. Хорош, отдай его сюда. Вообще офигел, народ. Ворует прямо из-под носа. Так, мой нагрудник, сюда иди.
Так, полный алмазник с алмазным мечом. Замечательно. Из грязи в князи, как называется. Начинали игру, в принципе, ни с чем. С железным мечом теперь мы алмазник. И теперь я хочу убивать. Я хочу крови. Идите сюда, свинка. Свинка, берите вещи. Так. Хочу, чтобы свинка мне помогала. Так, хорошо. Зелье у нас еще есть. Эффект действует. Все замечательно. Я вижу игрока. Сейчас я буду убивать. Сейчас я вас... Мои дорогие, порешаю. Так, иди сюда. Господи, я начинаю разговаривать маньяческим голосом. Так. Господи, да здесь прям праздник какой-то. С каждой стороны игрок. Выбирай любого и убивай, и наслаждайся им. Так, ладно. Они от меня разбежались. Кстати, здесь кто-то есть. Где ты? Не понял. Сундук? Пусто. Странно. Где-то он здесь есть, показывает на радаре, но его не видно. Либо он где-то замышлялся под землей, либо где-то он наверху. На машинке его нет, странно. Ладно. Ладно, давайте посмотрим, что у нас есть. Отравление постоянно быстрый слот. Так, ну в принципе все нормально. Стоп, игрок. Игрок, иди сюда, мой дорогой. Стой, ну стой же ты. Блин, ты меня решил ударить, да? Ах ты черт побери, иди сюда. Так, ну, удар. Блин, еще один удар ему остался, господи. Эх, опять алмазные гонки у нас. Да, нужно будет эту серию называть алмазные гонки, потому что, блин, какая-то упоротость происходит. Все убегают, я алмазник, что здесь творится? Чувак, ты загнал себя в угол. Все, конец тебе. Господи, нет, крипер, не взрывайся. Ладно, так, что-то я, блин, сегодня... Какое-то настроение у меня хорошее, весь на эмоциях. Черт, нужно поесть, господи, крипер. Так, давайте от него куда-то убежим. Так, кажется, не преследует. Замечательно. Нужно немножко отрегениться. Так. Ну, кажется, тут никого. Нужно кого-то поискать и кого-то найти. Так, компас, иди сюда, ты мне в этом поможешь. Яблочки также поставим сюда. Так, компас, есть какой-то игрок. Стрелочка нам показывает туда, 114 блоков. Побежали! Побежали, будем его догонять. Так, немножко по деревьям полазим, все хорошо. Так, кстати, я там только что увидел в чате, что звал каратель всех на главный спаун, дает 2 минуты, так что не будем гонять игроков, побежали на главный спаун. А то нас еще кикнут, и, в принципе, будет очень обидно. А так, нам нужно выигрывать. Так, побежали, надеюсь, там... Эх, в принципе, я надеюсь, что там будет какой-то хороший игрок в железной либо алмазной броне, потому что я хочу честный, хороший бой. А не так, чтобы сейчас все были в кожаной, либо вообще без брони, и поубивать их так просто. Так, кто-то здесь есть. Это, наверное, еще тот упоротый игрок. Ладно, потом посмотрим. Да, он там. 7 игроков осталось, понятно. Так, ну я на спавне. Кликай. Будем ждать. Хотя, возможно, сейчас кто-то придет. Так, у нас все хорошо. Зелье силы. В принципе, давайте выпьем, потому что у меня сила закончилась. Так. Зелье силы. Хорошо. Опять у нас есть сила. У нас есть вся сила и мощь. Замечательно. Я же микрофон зацепил. Так, ну что же. Будем здесь бегать. Будем ждать. Может быть, кто-то придет. Так. Так. Сундучки. Не нужны мне сундучки. У меня все есть. Даже больше, чем я, в принципе, ожидал. Так. Привет, игрок. Пока, игрок. Замечательно. Идите еще. Эх, блин, все же хочется какого-то хорошего сражения. Блин, ну нет, здесь никаких таких игроков. Так, ладно, пока что будем здесь бегать, возможно, кто-то придет. Так. В чате там ничего нового. Понятно, ждем. Будем бегать и ждать. Так. Так. Ну, на радаре только тот один игрок. Где-то он вот здесь. Но непонятно, то ли он под землей, то ли где. Фиг его знает, что он там забыл. Ладно, наше-то какое дело, если что-то его кикнуть. Так, господи, сундучок, они обновились. В принципе, что нам может быть здесь нужно? Много всего вкусного, но, блин, я алмазник сейчас. Да. Даже железного меча нет, понятно. Так, господи, я застрял. Так, ладно, ждем дальше. Так, еще кого-то кикнули. Да, каратель уже начал кикать. Замечательно. Надеюсь, что скоро мы наконец-то выиграем, потому что пора уже вычеркивать эти голодные игры со списка и выигрывать их.
Так. Ну, ждем. Что нам еще остается делать? Какая прекрасная ночь в Майнкрафте. Вертолетики летают. Все замечательно. Луна светит. Маяки светят. Как лампы. Все очень-очень хорошо. Сегодня у нас все очень хорошо. Вижу игрока. Так, он упорол от меня. Понятно. Ну что же, тебе хуже, тебя за это кикнут. Я за тобой гнаться не буду. У меня нет никакого желания покидать спавн. Ну вот, кажется, ты допрыгался. Эх, идите уже сражайтесь, господи. Так, жалко, что нет никакого хорошего игрока. Алмазника сейчас здесь. Ну ладно, подождем. Подождем. Мне сейчас все очень нравится. Я чувствую близкий выигрыш. Господи, паук, ты решил со мной сразиться в финальном противостоянии. Я победил. Замечательно. Так, есть. Игра закончилась. Я выиграл $252. В общем, у меня нет слов. Я весь на эмоциях. Игра получилась офигенская. Я был, в принципе, никем. Только с одним железным мечом, зельями. И стал к концу полным алмазником. Это эпик. Это, наверное, лучшая моя серия. Я надеюсь, она вам также понравится. О, ладно, на этом мы с вами будем прощаться. С вами был Андрикс. Очень огромное спасибо всем за просмотр. И играйте в Майнкрафт. Всем пока.